В случае честной ситуации мы до 70 пострадавших на момент сможем принимать. Вот привезли 70 пострадавших в один заезд, да, и мы их приняли. Вот. Я думаю, что порядка 300-350 вынес совершенно качественно, спокойно, да, можем. Там будут развернуты и реанимационные койки, там все экстренные операционные койки, вся лучшая организация. Сегодня это здесь. Когда мы построим второй корпус, все. Здесь узкое и тесно, понимаете? Все хорошо, но узкое и тесно. Нет, почему? Этот вот так называемый приемный, он станет тем, чем был. Он станет приемным покоем для планового. Человек, который пришел сюда в плановом порядке прооперировать свою грыжу, он придет сюда ногами, он зарегистрируется на ресепшн, да, ему оформится история. Здесь спокойная плановая работа. У нас небольшой плановый поток. Это не основная наша задача. Просто у нас работают ведущие специалисты города, и, ну, давайте прямо скажем, есть люди, которые хотят оперироваться именно здесь, просто потому что этот хирург работает здесь, например. Почему?